Приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. Сегодня у нас обзор очередной Android игрушки. Нравится эта тема? Лепите лайк, пишите комментарии, во что поиграть. И, конечно же, напишите вообще в целом, как вам игра. Напоролся на какую-то игру Stick War Legacy. Как-то вот так вот, реально на халяву. И что еще хотелось бы отметить, записываю видео через компьютер и использую эмулятор BlueStack. Ну, не будем тянуть кота за яйца, здесь 10 миллионов скачиваний, 4,6 оценочка, это достаточно круто. То есть, по сути, это не обзор, а я такой, поиграю в игру, которую не знаю, но вы ее прекрасно давно знаете, и, наверное, уже кто-то из вас там ее 5 раз прошел, и, ну, я фиг его знает. Последнее время что-то Google Play глючит, и вот такая вот заставочка, типа, скачивается, можно ее наблюдать, не знаю, минут 5, и только потом игра скачается. А нет, вот смотри-ка, сейчас бац, шлеп, и быстренько пошло все это дело. А также, дружище, если ты еще не подписался на мой канал, то, блин, ну, чё ты ждешь-то? Подписывайся, открываем. Опа. Кстати, когда-то мне прикалывали вот игры, которые там просто из линии были нарисованы человечки и как бы вот так вот. Ну, она на русском, это уже радует, жмем играть. Не нужно ничего докачивать, и вообще все огонь, бесконечный смертей. Так, ну перевод здесь уже классно. Перевод здесь классный, этот, как его, очень волна, или помните, в одну игру играли, стебались. Классика компания, турнир, режим, бесконечной смерти, классика компания. Давайте классику компания выберем. Сложно, безумно, давайте сложно выберем. Ну, мы не про-геймеры, мы простые ребята. В мире с названием Иномарта, вы окружены враждебными народами. У каждого есть уникальная технология и жажда власти. Каждый народ развил свой уникальный способ ведения войны. Они так гордились своими знаниями, что их религии стали оружие и война. Каждый народ признавал только свой уклад и стремился назвать его другим, навязать его другим народам. Лидеры называли это, но все знают, что такое вмешательство. Это просто война. Классный перевод. Я шатал всех. Другие народы известны как лучнострелы. Путь лука, яролучник, путь меча. Уби маг. Путь мага и копье. Блять, просто пиздец. Путь копья, сука. Вы лидер народа под названием. И ваш. Под каким, блять, названием? И ваш путь мир и знания, а ваши люди не боготворят оружие. Это делает вас желаемой целью для соседних народов. Ваш единственный шанс выжить — напасть первыми и захватить технологии у каждого из народов. Не, ну, блин, это прикольно сделано. Вот, типа, прикалывала всегда такая вот графика, когда просто человечки черные, да, и, а тут аж такой, типа, сюжет, там все дела. Война начинается, лучнострелы, сука, говорят, что их луки пронзают так точно, что враги падают без шанса подняться. Уничтожьте старую статую лучнострела. Обучите шахтера. У нас тут еще и стратегия, мы можем, короче, тут добывать ресурсы. Это прикольно. Обучили, коснитесь шахтера, чтобы управлять им. Посмотрите, это какой-то... Это какой-то раб. Так, единственное. Надо настроечки сейчас сделать. Настройки сбились или что? Не понимаю. Так, сделал настроечки на блюстаке, чтобы было удобно играть.
Отмените выбор шахтера, коснувшись этой кнопки, или дважды коснитесь шахтера. Окей. Это что, обучите одного дуболома? Сука. У меня появился дуболом. Еще один дуболом. Какие-то чуваки, короче, с дубинками. И у них на дубинках гвозди набиты. В бой, давай, в атаку. Ага. Ага, тут уже враги. Шатаем, шатаем. Ребята, шатайте лучника сначала. Дуболомы, а вот это что такое? А, хер его знает. Лучника шатайте. Шатайте. Надо еще нанять. Сейчас наймем армию. Сколько у нас тут ресурсов? У нас мало. У нас осталось... У нас осталось два. Но вот сейчас, смотрите, лучник вышел вперед. Это значит, что мы, в принципе, можем его долбануть. А, и золото у нас добывается. Ну, нормально. Слушайте, тут стратегия. Стратегия. Полноценная стратегия. Так, вот, еще есть, короче. Все, у меня ребята сами побежали долбить. Все, лучника ушатали. А там еще лучники появляются. Нам... А, в режиме защиты вам нужно выставлять армию на защиту шахтеров. Создайте большую армию, прежде чем нападать. Так. Сложно! Сложно! Так, ну-ка, нанимаем. Защита. Как тобой управлять, придурком? А, вот. Стой здесь. Вот стой здесь. Все, в оборону. А, блин. Не то. Сюда иди. Вот так вот. Так, секундочку. Что-то с настройками я тут поборчил. Вот эту вот штуку отключим. Оп. Вы даже, наверное, не видите. Так. Стоять в обороне. Да твою ж дивизию. Как мне переключить другого чувака? Следующего. Сука. Вот, переключился. Все, стой. Дальше давайте наймем. Короче, у нас 500 золота. Сейчас будем нанимать как и бомжей, которые будут нам добывать золото, так и воинов. Воинов нам надо много. Причем бомжи, которые добывают золото, они, короче, как вам объяснить? Они стоят дороже, чем воины. Так, у нас... А, мы можем... А, в принципе, мы можем тут одновременно всех нанимать. Замечательно. Так, бомжи вроде сами работают. Молодцы. Так, нанимаем воинов. Нанимаем воинов. У нас целая толпа. Замечательно. Ну, сейчас мы должны ушатать. Еще бомжа, воина. Так, золото закончилось. Ну, все, полетели. А, в атаку. А, нет. Давай, все, пошли. И одним чуваком я могу сам управлять. Понимаете, в чем прикол? Ах, вас два лучника, да? Идите сюда, суки! Сюда, суки, идите! Кобзда вам! Херачьте! А как лучников удолбать? А, надо статую расфигачить, я понял. Я понял, надо статую расфигачить. Лучники будут постоянно появляться. Понятно. Понятно. Так, у нас накопилось уже достаточно ресурсов. Понятно. Значит, вот эту херобору, которая у меня тут, мы переступить не можем. Видите, там стрелы. Нам, короче, надо статую шатать. Нормально, сейчас ушатаем. Вы не бойтесь.
Так, бомжей тоже наймем. Бомжи они нужны, ребята. Бомжи они нужны. Слушай, прикольная игра. Ну, сегодня пройдем, наверное, одну миссию, но может быть, я поиграю в нее несколько выпусков. Вы только поддерживаете, лепите лайки, потому что, ну, это интересно, блин. Казалось бы, просто тупо, но прикольно. Давай. Нас уже до хера, ребят. Давайте попытаемся израсходовать все бабки. Хотя у нас строятся юниты дольше, короче, чем у нас... Ну, то есть невозможно сейчас бабки израсходовать. А, можем их строить бесконечно, короче. Во, 9 штук. И все, в атаку! Давай! Смотри, сейчас налетят голуби, короче, ушатают эту базу. Давай, 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 давай. О, пошли. О, сразу лучников ушатали. Рубите статую. Чё вы там на копье сами фигачите? Внимание, враг вызвал подкрепление. Да срать нам. Мы сейчас эту базу ушатаем. Да. Кто здесь папочка? Ха-ха-ха-ха. Сука, озвучка классная. Так, мы даже кристаллики какие-то получили. 7 минут мы это долбили. Долго. Но, в принципе, знал бы, чё как. Знал бы, чё как, прошел бы это, конечно же, быстрее. Интересно. Мешок шахтера. Шлем. Ага. Мы тут все это дело можем улучшать. Корона, статуя. Ага. Ага. Интересно. Ну давай улучшить. А сколько у меня пунктиков? А, было 2 только. Хорошо, готовы. Идем дальше. Ух ты, ёперный театр. Играть. Засада. Ваша армия была атакована аборигенами. Подкрепление прибудет на закате. Продержитесь до подкрепления. Выживите до заката. А! Говно вопрос. Сейчас выживем. Это что? Нажмите здесь, чтобы открыть инвентарь заклинаний. А, у нас появилось одно заклинание. Используйте ускорение шахтеров, чтобы подстегнуть вашу экономику. О, все, короче, рабы такие. А-а-а, пошли, короче, топтать, месить. О, нет, похоже, нападение из засады началось. Так, оборона. А, херли нам нам надо кого-то строить, чтобы обороняться. У нас, смотрите, у нас есть лучники. Непонятные, правда. То есть это, наверное, сторожи замка. Ушатывайте, давай. Единственное, не могу понять, где эти чудики с дубинками. Мы пережили эту волну. Коснитесь значка обороны, чтобы наши шахтеры могли продолжать работу. А вот и пришли чуваки, которых я нанял. Замечательно. Все. Мне эта тема вся понятна. Так, у нас золота нихера нету. И магии у нас тоже нихера нету, чтобы ускорить шахтеров. Ну, блин. Ну, пока что так, ребята. Пока что так. Давайте еще одного шахтера. Чувака с дубинкой. О, пошли нападать, суки. Лучника. Чувака с дубинкой. Блин, тут уже к лучникам напрямую пришли. Все, нормально, продержались. Надо... Так. Надо крепостных построить. Музыка такая, что вообще прям... Ну, нормально, мы держимся, держимся до заката. А когда закат-то вообще будет? У нас тут уже армия. У нас уже армия, ёперный театр.
Да, нападать нам не на что. На нас просто аборигены фигачат. Так, у нас крепостных много. Молодцы, молодцы. Нормально, тянем, тянем, тянем. Все. Магии у нас нету. Печалечка. О, армия уже собралась. Мы, в принципе, сами такой армией можем кого угодно ушатать. О, бегут, бегут аборигены. Смотрите, лучники на изготовку! Лучники сами автоматически поодаль. Вот, стоят. У вас накопилось много золота. Я не успел дочитать. Мы выиграли? Мы выиграли, ребятки. Так. Ну что, давайте еще долбанем одну миссию. Продолжить. Ах ты, ёперный театр, а реклама. Ну, куда же без нее, если ты играешь в бесплатное приложение. Понятно все. Так, у нас есть 2 очка. Давайте качнем. Давайте всех вот по чуть-чуть подряд прокачивать. Вот просто тупо думать не будем. Играть. Последняя миссия в сегодняшнем нашем выпуске — яромечники. Яромечники говорят, что их мечи настолько острые, что отрезают конечности одним своим видом. Уничтожьте статую яромечника. Ой, сейчас у нас будет месиво. Да. А у них сразу 3 бомжа появилось, а у нас только 2. Я считаю, что это несправедливо, ребята. Это несправедливо. Я за честное... расположение бомжей. Мне нужно больше золота. У них уже и армия есть на изготовку. 3 мечника. О, посмотрите, у нас теперь эти чуваки, короче, в шлемах, которые с дубинками, а у лучника появились колчаки или колчак как-то называется, колчан, где стрелы держатся. О, пошли, пошли нападать, смотри. Это плохо. Не знаю, наверное, пошли в оборону. Все в оборону. Все в оборону. Что там, бесконечно будете нападать, суки? Да, они... Они фигачат бесконечно. Все, выходим из обороны. Давай, 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 пацаны. Еще. Нормально. Фигачим вперед. Надо, короче, постоянно строить армию. И про бомжей не забывать. Так, ну, держимся, держимся. Бомжи строятся. Так, армия строится. Нормально, лучники стоят поодаль, молодцы. Молодцы. Ну, в принципе, все, мы идем в плюсик, нормально. Давайте, нужно их всех фигачить еще на подходе. Вот, лучники, эта тема. У нас уже 4 лучника на изготовке стоят. И один с дубинкой, видели, на коленях стоял. Жалко, здесь трупы не остаются. Надо, чтобы тут такая куча трупов росла. Так, теперь можем бомжей построить. Чтобы у нас не заканчивалось золото. О, эти армию собирают, суки. Ничего, ничего. Я готов к вашему нападению. Ну-ка. Что у нас тут получается? Ага, пора нападать. Наши силы значительно превосходят силы противника. Нет, не пора нападать. Вот сейчас накопим нормально, чтобы с первого раза пройти. Тогда будет норм. Ну вот, у нас там уже 6 лучников. Это куда? Это наш пошел, что ли, бомж? Придурок.
Обратно иди. Единственное, я не понимаю, как, короче, как сделать так, чтобы, ну, у меня больше не было этой цели. Ясно, не забываем строить. Как мне от него отключиться? Вот, отключился вроде. Надеюсь, он там не будет ставить, он будет работать. Вот куда он опять пошел? Ну, пускай идет. Я их придурков строю, они на смерть идут. О, посмотрите, какая армия на нас полетела. Лучники уже на подходе почти всех ушатали. Молодцы. Магии у нас нету. Уж, конечно, потрепали нас нормально. И они даже убегают. Слушай, у нас строители конкретно уходят куда-то. Походу, их нельзя больше нанимать. Смотрите на этих придурков. Сейчас умрут. Да, взяли, его забили. Ну что, попробуем напасть? Давай в атаку. Тут у нас золото уже до хера. О, смотри, все боятся, уходят. Давай, давай, давай. Лучники молодцы, на расстоянии фигачат статую. Вообще тема. Внимание, враг вызвал подкрепление. Да пошел он в задницу. Ну давайте добивать. А, все, назад, назад. Назад, 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 назад. Лучники назад, не хочу вас всех потерять сейчас. И строим чуваков с дубинками. Нормально, нормально, нормально. Выносим, выносим. Все, теперь снова нападаем. Погнали. С подкреплением. О, красавчики, вы пос... Не, ну мне определенно эта игра нравится. Полетели. Сейчас просто добьем. Унизим. Ушатаем. Давай. Я так понял, в этой игре можно против других игроков играть. В каком-нибудь PvP режиме. Ну все. Все, молитесь. Ваше время сочтено. Да. Слушай, мне игра понравилась. Короче, вот так вот, ребятки. Опа, оп, оп, что это у нас тут открывается? Понятно. Ладно, друзья, на этом все. Я уже начал как-то спокойно к рекламе говна относиться. Ну что, ребят, всем удачи. Кому понравилась игра, лепите лайки, если хотите увидеть продолжение выпусков. Тут еще до хера всяких локаций, вариантов, так что я думаю, что будет интересно. Все, подписываемся на канал, и все будет у вас хорошо, короче. Ставим лайки, пока.